Я считаю, правильно. Я понимаю, конечно, сейчас либеральная общественность начинает хвататься за сердце, но, друзья, так тоже нельзя. То есть они борются за экологию типа. Почему типа? Потому что, это бред. Понимаете, кататься на лодке на нефтяной, заправленной нефтью, и говорить, что мы против нефти. И, во-вторых, а где границы их вот этих вот акций? То есть давайте представим себе так. Они берут, выходят, например, на улицу, останавливают автомобиль, который, на секундочку, загрязняет, да, это атмосферу выхлопными газами. Достает оттуда человека, водителя, который только что загрязнял атмосферу выхлопными газами, и на глазах у всех четвертует его. Потому что он реально приносил вред окружающей среде такой, что могли люди другие тоже погибнуть. Это тоже, а при этом называется Greenpeace, значит, мы за мир. Да? Где граница? Просто вот есть такая замечательная женщина Юлия Латынина. Если вы интересуетесь, наберите, пожалуйста, в интернете. И у нее есть очень хорошая передача «Код доступа», где она рассказывает, не так красиво, как я, очень подробно про эту организацию, что она делает, как она делает и за сколько. Почитайте, пожалуйста. Я думаю, что для вас это будет гораздо полезнее, чем мои вот эти бла-бла-бла. Спасибо.